Таким образом, наш опыт может быть противопоставлен картам, теориям или описаниям, созданным по поводу этого опыта. В НЛП подчеркивается различие между первичным и вторичным опытом. Первичный опыт относится к той информации, которую мы действительно воспринимаем посредством наших органов чувств. Вторичный опыт связан с вербальными и символическими картами, создаваемыми нами с целью отражения и упорядочения первичного опыта. Первичный опыт является функцией нашего непосредственного восприятия окружающей территории. Вторичный опыт получен из наших внутренних карт, описаний и интерпретаций восприятия и существенно урезан, искажен и обобщен. При непосредственном восприятии мы не испытываем неловкости или противоречивых мыслей по поводу того, что ощущаем или чувствуем.